ближе к воротам. Лазаревич у мяча. Ну, наверное, покатит мяч направо Антошкин. Антошкин-то можете левой пробить. Удар! Гол! Ну, ничего себе! Вот бабахнул, так бабахнул Лазаревич. Он ведь взъемом пробил и в самую девятку, чуть сетку не порвал. Никому он там мяч не покатил. Конечно, здорово в стенки сыграл Абрамович, потому что он там просто помешал.